Разрешите вас поздравить с наступающим праздником. От имени губернатора хотим вручить вам вот такую открытку. Не только открытки, но и подарки, а также продуктовые наборы. Накануне 9 мая представители соцзащиты навещают и ветеранов, и вдов погибших, и блокадников. Валентина Комякова свое блокадное детство не помнит совсем. Ей было 2 года, когда в июле 42-го семью эвакуировали из Ленинграда в Барнаул. Единственное, что я вот могла у мамы спросить, мам, ну как там война была, там все. Она сразу плакала и говорила, не терзай мне душу. Впервые в Питер Валентина поехала с мужем. Работали вместе на одном предприятии. Там мы познакомились. Говорит, в этот город всегда тянуло, хотя родители после эвакуации в Барнаул в Ленинград уже не вернулись. Но запомнилась вторая поездка в Питер, когда понадобились документы, чтобы получить удостоверение блокадницы. Когда я приехала в 13-м году, я нашла свой дом в Колпино. Мы постучались, открыли нам. Смотрят женщины. Вам кого? Вы за кем? Там детский садик. А я стою, говорю, вы знаете, мы в этом доме жили. Это дом номер 2? Она, да, дом номер 2. Я говорю, мы в этом доме жили до войны. Вышли, вот у меня вот такой, такие спазмы. Я плакала там. Потом набрала земельки. Ну, мама уже не было. Мама уже умерла, папа в 51-м году умер. И, в общем, я привезла им землю на могилку, и папе посыпала. Привет с Ленинграда и маме. Такие же чувства испытывает всегда, когда приезжает в Боровлянку, где установлен памятник погибшим деткам блокадного Ленинграда. Именно поклониться этим ребятишкам. Ну, как холмик сделан такой, ну, большой холмик, все. И вот в этом холмике лежат 78 ребятишек. Ну, там как братская могилка у них. Кто-то погиб еще по пути в Барнаул, кто-то позже уже здесь. Валентина Григорьевна часто бывает в Боровлянке, а вообще свою жизнь считает счастливой. С мужем живут уже долгие годы, 2 детей, 3 внуков, да и баллонка Тея от хозяйки ни на шаг. Вот бывало, что ребятишечки прибегут, ну там они часто у меня ночевали, но ляжем все на кровать, кровать большая. Баба, расскажи нам, то какие мы маленькие, мы или то вот про Ленинград спрашивали. И вот то, что я знала, я им говорила, вместе рыдали. Мне Динулька говорит, баба, как мне тебе жалко. На сегодня в городе Барнауле проживает 28 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 65 жителей блокадного Ленинграда, 60 бывших несовершеннолетних узников. Уже осталось меньше 500 вдов погибших, умерших участников войны. И, к сожалению, уже меньше 1000 у нас осталось тружеников тылов. Всех навещают, обо всех заботятся, рассказали нам в соцзащите и всех поздравят с Великим Днем Победы. Валентина Григорьевна, 9 мая тоже ждет, это святой для нее праздник. Обязательно поздравить тех, кто когда-то, как и она, месяцы провел в блокадном Ленинграде. Они вторая семья и всегда поддерживают друг друга. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком.